Packs hitters at the mattress. Packs hitters at the mattress. Gangs hitters at the mattress. Vert dipping through traffic. I'm getting better, I'm in practice. I'm working every day crafting. I'm cool on how them had them. I was back with a million. Hit an island like Gilligan. Not just a regular civilian. I rap on the squad, I'm a champion. Remember we hit up the Howard, we got us a snatch spot. Remember it's a touch. This music in my friend's site, and I really enjoyed it. It's really interesting, and I don't know, when I listen to this music, I'm really enjoying it. I want to paint, I want to do something, and it's really cool. His music is really cool. Убей его! Убей! Убей паука! Пора нам выпить! За здоровье! Не, я не хочу. Он на Ксанаксе? Так охуенно! Это не... Не знаю, слышали ли вы, но Ксанакс и алкоголь мешать не стоит. Было забавно, что ребята из Казахстана или территории, о которых я даже не слышал, приехали издалека на этот концерт, и для меня это было просто открытием. Он был не просто... Чувак был популярен в России, представляете? Ребята были сутками на автобусах, пока ехали на концерт. Думаю, это во многом объясняет, чего он достиг к тому моменту. Я твой большой фанат. Фанат? Собираетесь на концерт? Да, да, конечно. Если у вас есть друзья, тоже приводите, внесу их в список. У нас нет друзей? Нет друзей? Нет. И так далеко, да? Да. Вы парни-братья? Мы братья. Братья? Ага. Вы все братья? Да. А деретесь часто? Ага. Да. Иногда. Ага. О, отлично. У меня тоже был брат на 2 года постарше. Да? Класс. Ага. Мы с ним часто. Рад, что сегодня концерт. Ну да. Окей. Мы пойдем в клуб и сбросим там вещички, а потом пойдем в клуб. Площадка близко, поэтому сбросим вещи, проведем быстро проверку звука. Ладно, еще раз. Ага, давай. Пытаюсь вдохнуть еще кокса, хотя из ноздри идет кровь. Тебе придется прогадиться. Тебе придется прогадиться, чувак. Сегодня будет говно-шоу. Эта сраная индийская еда из меня вытекает, чувак. А ты со своим кокаином? Карри. Кокаин. Карри, от сигарет мне тоже хочется срать. Тебе нужно покурить. Мои волосы просто мертвы, бро. Они просто мертвые. Да, они хреновые. Так и есть, они как солома. Они все выпадут. Чувак, они уже выпадают. Может, стоит пользоваться кондиционером? Это так. Вот черт! Yeah.
Что? Давайте все! Good boy click! Good boy click! Good boy click! Good boy click! Да! Он верил в равенство. И думаю, что он хотел бороться с тем, что в мире существует такое неравенство. У него была идея, что нужно подняться над всеми материальными благами, ведь сейчас равенства нет. Ты не можешь быть равным со своими друзьями. Поэтому он отдавал много вещей и позволял людям их брать. Жить в его доме, брать любые его вещи. Он раздавал свои деньги, потому что верил в эту идею. Его беспокоило то, что так много людей чего-то от него хотели, но он не мог всего им этого дать. У меня эта квартира благодаря ему. Он заплатил за аренду в августе, хотя я даже не просил его об этом. Он знал, что у меня туго с деньгами, и он сделал это. В тот же день он купил тройную бриллиантовую цепь. Все они это испытывали впервые и не понимали.